Это каск немецкого солдата, но более уже так сохранилось, похуже. Это румынские войска. Румынские войска воевали на стороне немецко-фашистских войск против нас, ну и как большинство, в принципе, европейских стран. Это уже каска нашего советского воина с отметиной от пули снайпера. Снайпер стрелял примерно с высоты второго этажа. Скорее всего, в ходе этого ранения наш воин погиб, потому что такие ранения увеличивались просто чудом на тот момент. Канистры ВГСМ немецкого происхождения, немецкий противогаз баллоном, ящик от минометного орудия немецкого происхождения. Это часть снаряда нашей 45-ки. Малаев курган – это огромнейшая братская могила, которую венчает наша великая советская русская статуя Родины, Мать.